Наконец-то. Я уж думал фермером заделаться. Ну ладно. Да уж. Тяжелый, сука. Ну так что, едем? А документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Слушай, друг, мы оба профессионалы. Скажи-ка, ты же это, раньше перевозил контрабанду? А ты что, нервничаешь? Я? Por favor. Ну, может, немного. Ничего. Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я. Направьте машину на контрольную полосу. Оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Чингада мадре. Что теперь? Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно. Двигатель глушить не буду. На всякий. При попытке пересечения границы Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Не подходи! Если есть оружие, положите его сюда. Зайдите в комнату номер 2. Садитесь. Бумаги? Все в порядке? Может быть. Посмотрим. Что перевозите? Там все есть. Прямо все. Ну, если что-то не так, вы скажите. Мы наверняка сможем договориться. Я еще ничего не сказал. Вопрос в том, должен ли я решить, что что-то не так.
Вот, еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело? Честное слово. Смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Понимаю. Взаимно. Иди. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити — это рай какой-то. Ну как все прошло? Они молодые, наивные. Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Ну, говори уже, чего там у вас было?